Добрый день. С прогнозом погоды на предстоящую неделю вас познакомит начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрий Рябов. В прошедшие выходные наконец-то плотные облака рассеялись и потеплело. Средняя температура на 2-6 градусов превысила июльскую норму. Воздушная масса начала поступать с Западной Европы, где почти всю прошедшую неделю удерживается аномально жаркая погода. Во вторник в нашей стране сохранится очень теплая погода с температурой в разгар дня 25-30. По юго-западу Беларуси жарко 31-34. Во многих районах поле повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. А на западе страны погоду начнет формировать активный фронтальный раздел. Поэтому по Брестской и Гродненской областям прогнозируются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами шквалистого усиления ветра, сильные ливни в отдельных районах град. Медленно смещаясь на восток, атмосферный фронт в среду во многие районы Беларуси принесет ослабление жары. Температура воздуха минимальная ночью плюс 12-19, днем 21-27, по востоку страны 28-30. Ночью местами, а днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. В дневные часы по востоку при грозах шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Август стартует нормальной летней белорусской погодой. Воздух начнет поступать с Балтийского моря, более свежий и неустойчивый. Ночью местами, а днем на значительной части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Температура ночью от плюс 11 по западу до плюс 18 по востоку страны. Соответственно, днем 21-28. В пятницу характер погоды существенно не изменится, лишь на пару градусов станет прохладнее ночь. А на предстоящие выходные атмосферное давление подрастет, влияние балтийского воздуха ослабеет и погода во многих регионах Беларуси наладится. Местами, преимущественно по востоку, ожидаются короткие летние дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура ночью плюс 9-15, днем 21-27. В воскресенье по юго-западу Брестской области до плюс 29. И о погоде в областных центрах на вторник. Гродно переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами по городу сильные ливни. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью плюс 17-19, днем 31-33. В Бресте переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами по городу сильные ливни. Ветер юго-восточный, днем с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. При грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура ночью плюс 18-20, днем 31-33. В Гомеле переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем 26-28. В Могилеве переменная облачность без осадков. Ночью плюс 14-16, днем 25-27. И в Витебске переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 25-27. И о погоде в столичном регионе. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем 25-30. И о погоде в нашей столице, в Минске, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные и утренние часы, слабый туман. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем 27-29. Желаю всем хорошего позитивного настроения, удачи, берегите себя!